1 января, вторник. Думское ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Виктория Ортис. Здравствуйте. В связи с обострением ситуации в Авдеевке президент Украины провел совещание с руководителями силовых ведомств. Прежде всего, Петр Порошенко заявил, что на данный момент созданы все условия, чтобы эвакуировать мирное население. Створені всі умови для того, щоб були автобуси, якщо буде найгірше, щоб не залишити людей сам на сам з цими проблемами. На поготові стоять підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій і Національної гвардії, які отримали також наказ бути в координації з представниками Збройних сил. По словам президента, как только украинская сторона добьется возобновления режима тишины, начнется восстановление газового трубопровода и электроснабжения. При этом украинским военным разрешено вести ответный огонь на обстрелы террористов. Наши військовослужбовці 72-ї бригади и других підрозділів блискуче захищають позиції. Жодного наказу в них не відповідати на знищуючий вогонь немає. Вони мають всі можливості захищати себе. Єдине обмеження, коли злочинці, бойовики російські, розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Ясінуватої. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обеспокоен качеством образования в стране. По его мнению, знания выпускников профтехучилищ и вузов не соответствуют запросам работодателей. Поэтому одним из приоритетных направлений правительства будет вопрос образования. И в первую очередь в школах. Продолжат тему наши киевские коллеги. Нынешние школьные программы существенно устарели, поэтому говорить о качестве знаний выпускников не приходится. Я думаю, что ни для кого не секрет, когда наші молоді люди, ще діти, завершують професійно-технічні заклади, отримуючи свою освіту, вони в реальному секторі не можуть знайти свою працю, тому що вони є непідготовлені відповідно до сучасних знань, сучасних технологій и всех інших сучасних вимог. Уже в этом году правительство намерено изменить учебную программу и технологии подготовки. Со своей стороны Гройсман пообещал бесперебойные финансовые инвестиции. Все ставки на реформу образования делает и вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Гарантией незворотности всех реформ в стране є незворотність освітньої реформи. Оскільки освіта – це той локомотив, який витягне Україну і поверне нас інституційно до семьи европейских народов. Концепцию первой украинской школы, образовательную фишку, презентовала министр образования Лилия Гриневич. Вскоре школы ждут масштабные эксперименты. Школьники будут учиться по совершенно новым программам. Переподготовиться к преподаванию в новых украинских школах должны и учителя. Нам важливо перейти від школи тільки знань до школи не тільки знань, а школи компетентності, які включають в себе знання і вміння їх використовувати. На цей рік ми плануємо оновлення навчальних програм базової школи, це 5-9 клас. Ми також переглядаємо програми і нові навчальні плани для 10-11 класу. Це предметна дискусія, але нам важливо цю школу старшу зробити справді профільною. Кроме того, міністерство обіцяє немало інвестицій і в оборудовання кабінетів природно-математичного профіля. На це збираються потратити около 300 мільйонів гривень. Лилия Приль, Роман Семенов, Дмитрий Двойченков, Думское ТВ. Прокуратура Одесской области начала уголовное преследование руководителей санаториев, размещавших тетушек, которые напали на одесских журналистов возле областной администрации 19 февраля 2014 года. В частности, объявлено о подозрении директору санатория «Белая акация» Владимиру Колоденко. Его действия квалифицированы по статье «Пособничество в организации массовых беспорядков». Как установило следствие, в конце января 2014 года он по указанию заместителя губернатора
губернатора Александра Орлова разместил в здравнице около 200 боевиков. Они приехали в Одессу для организации силовых акций. Напомню, 19 февраля 2014 года во время мирного митинга под стенами АГА несколько сотен людей в масках, вооруженных битами и арматурой, напали на демонстрантов. Среди них было много журналистов. В результате потасовок, кроме демонстрантов, пострадали и представители прессы. Некоторые отделались разбитыми камерами, другие получили множественные ушибы и переломы конечностей. Расследование этого дела до сих пор не завершено. Пожар в гостинице «Бумеранг». Во вторник утром в одном из одесских отелей произошло возгорание. Во время пожара никто не пострадал. По словам очевидцев, люди сразу же покинули помещение. Оттуда вот черный дым идет. Кричу, мне еще грот закрывает, что вы кричите. Я решила, что не кричать, если не вижу людей, никого не вижу. Начала кричать. Люди, опомнитесь, выйдите. Ну, что-то надо же, это вот. Ну, потом уже вижу, мужчина забежал, отключил электроэнергию. Пожарные прибыли на место примерно через 10 минут после вызова и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло в гостиничном номере на втором этаже. Просто большая нагрузка. Посмотри туда, сколько там кондиционеров, да? Плюс еще весь дом. И это уже второй пожар тут так неудачно все. В этом же месте, в этом же здании, в этом же подъезде. Потемкинскую лестницу закроют для пешеходов до апреля. Такие меры необходимы для завершения ремонтно-реставрационных работ. Основные работы уже выполнены на 70%. Но для пешеходов памятник архитектуры будет закрыт до конца апреля 2017 года. К этому времени планируется завершить облицовку парапетов и лестничных пролетов новым гранитом. Также завершат реставрацию ступеней. В областной администрации ищут документы, которые пропали во время правления Михаила Саакашвили. Как выяснилось, команда реформаторов потеряла большое количество документов. Вместо того, чтобы передавать их в архив, бумаги просто-напросто уничтожали. Подсчитать точное количество пропавших документов невозможно. Як можна втратити документи? От я не можу зрозуміти. Ну, при нинішньому нашому руководстві казалось, що треба їх викидати. І, мабуть, викидали. Тому ми не маємо оригіналів документів. В связи с этим новый губернатор Максим Степанов потребовал, чтобы до конца недели ему доложили ситуацию с пропажей документов. Одесские депутаты проинспектируют городские пляжи. В ходе этой проверки они будут выявлять незаконные складские помещения, а также настилы и инвентарь, которые оставили на песке арендаторы летних клубов. В частности, речь идет об Аркаде. Об этом заявил депутат Одесского горсовета Денис Григорьев в эфире Думской ТВ. Вот сейчас мы точно так же делаем комиссию, выносим на исполком данные объекты. И кто вот что не снес, вот все эти холодницы, которые там замурованы, забитые, собираем и выносим. В ближайшее время, я же говорю, надеюсь, будет потепление. Мы проходим точно так же с комиссией, фиксируем эти объекты. Потом следующий исполком у нас уже будет в феврале. Надеюсь, что на следующий исполком мы подготовим материалы и то же самое выносим все вот эти объекты туда, потому что люди, закончив сезон, не убрали после себя. Одессит Константин Бочаров, который стал полуфиналистом национального отбора на Евровидение 2017, рассказал о композиции, с которой попробует выйти в финал отборочного конкурса. Песня, которая, по его словам, была написана не для конкурсных выступлений, называется «Вандер», что переводится как «эмоция». Получилось все случайно. Я сидел и понял, что так, мы идем на Евровидение, ребята, готовим песню. Песня была написана еще, припев песни был написан год назад. И только куплет был написан уже за неделю до подачи заявки на Евровидение. Поэтому все случайно, но случайности не бывает. «Wonder», я считаю, очень сильная песня, как минимум эмоциональная. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку и на поддержку зрителей. По словам Константина, он готов сразиться за право представлять Украину на Евровидении 2017. Это вся информация к данному часу. Хорошего вам вечера в компании Думской ТВ. С нами всегда интересно.